Итак, ну что, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Call of Duty 1, и это у нас, в общем-то, следующая миссия начинается, по счету уже 7-я. Дулак 3А, что ли? Что-то разгув Австрия. Мы готовы таранить ворота, и у нас меньше 10 минут от твоего первого выстрела до завершения операции. Если мы замешкаемся, они пошлют кого-нибудь нам на помощь. Возьми на себя внешнюю охрану и сосредоточься на пулеметных гнездах. Когда ворота упадут, жми внутрь и ищи майора. Встретимся у грузовика. Ну да, кстати, в этот раз будем сейчас майора Инграма. Прайса мы спасли. Деда, в общем, того Прайса, наверное, который был в Call of Duty Modern Warfare серии. Так, тихонечко надо. Надо тихонечко подкрасться. Так. И будет сейчас снимать всех. А, блин. Так. Давайте протараните, что ли. Что они там таранить не хотят? Блин, там пулемет помощи будет. Все, вот сейчас будут таранить, в общем, ворота. И начинается основная миссия. Так, давайте. Переключаемся на автомат. Снайперская винтовка нам больше не понадобится. Так, давайте, давайте вперед. Надо найти майора. Угу. А я останусь здесь и буду охранять группу. Так, ладно. Так, там один говнюк один. Да, кто вообще стреляет-то? А, сволочь тут. Блин, да. Я же гранату добежал, ты чё такое вообще? Чё меня друг убил, ты не прямо? Да, сволочь ты. Такой. А, блин, мне ещё полезли. Ладно. Хотя, снайперка можно понадобиться, думаю. Снайперка-то лучше все-таки снимать этих гадов, пока что патроны имеются. Так, нам ту сторону, да. Так, блин, давай, вылезай. Вылезай, вылезай, только... Отлично, готов. Так, давай, вылезай, скотина. Готов, кажется. Так, сохранимся. Группа! Огневая точка в этом пункте! Паума. Так, давай, давай. Вперед, вперед. А вы с той стороны давайте снимать этих говняков. Я помогу снайперкой, наверное. Так, сохранимся на этом месте. Фух, вперед. Так, блин, прятаться. Мы даже с другой стороны пытаемся обойти. Так, все что ли? А я хотел подойти с другой стороны. Хотя, думаю, надо было так. Их снимать все-таки. Так, ладно. Блин. Блин, блин, блин. Готов. Ну да, идем вперед. Блин, ты не так много осталось, надо прорываться все-таки быстро. До Инграма. Блин. Какой стороны вообще такой интересный? Черт, гранат где? Блин, да. Сволочь, все-таки задел. Как я задел, мимо я отошел далековато уж от нее. Что-то не могу понять, почему она вдруг не задела в этом месте. Давай, вылезай, скотина. Быстро! Давай. Получишь бан. Будет очень приятно. Это точно. Блин, еще все. Фу, слава богу, ты наш. Так, время идет, нужно торопиться.
Так, мы почти что, по-моему, дошли до этого места. Если не ошибаюсь. Отличная игра сохранена. Блин, ну чего круто. Так, давайте, еще кто там? Кто еще? Нет, больше никого нету. Так. Да, я что у тебя снял-то? Из-за угла, что ли? Кто там сейчас стреляет-то, не понимаю. Так, давайте, 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 проходите дальше. Время с малым. Ну где? Вот он где. Сейчас мы устроим сюрприз небольшой. О, молодцы, добили. Так, идем дальше. Давай, давай. Сейчас мы, думаю, пока снимем одного гада сверху. С помощью винтовки с напиской. Блин, да. Не дает сраница. Чё, нифига себе, второй не снял. Блин. Фига себе здоровье, конечно, состояние. Ладно. Так, думаю, прорвемся, попытаемся. Янки, вот так удача! Вы за мной пришли или как? Конечно, пошли, конечно. Ребята, здороваться и обниматься времени нет! Ну да, время у нас осталось максимум 4,5 минуты. Один так уж и много. Что ж вы так лезете? Блин, конечно. Блин, что такое? Не с то место. Сохранение. Молодцы, справились. Грамотно, чисто. Так, видишь, снайпер, только попользуемся. Блин, да. Да не. Не стойте прям перед прицелом моим, а. Что же вы делаете? Так, сохранимся, конечно же. Да, блин, ладно, сохранился на этом месте. Давай, давай, вылезай. Готов. Живой еще? Я ж тебя... Не понял. Я не понял, живой, что ли? Какого хрена живой ты? Два выстрела ему... Вот дает, а. Да что, просто такие живучие-то, а? Блин, ну дают, а. Живучие прям. Фух, просто. Да, враги какие-то сегодня живучие вдруг стали. Нет, три выстрела мы сделаем. Заели сдох. Тут немец, фашист, что-то. Так. О, блин, херово ситуация. Так, а здесь я его снял. Не хочешь рисковать? Да что ж ты? Наконец-то. Так, время у нас немало, так что много осталось. Так, а что у нас здесь? Так, нет ничего. Так, нужно торопиться, время у нас не так что много осталось. Так, здесь ничего нету, идем дальше. Врагов у нас еще немало, немало осталось. Я зря, наверное, так подошел. Меня бы еще убило. Херо. Готово, так, еще. Отлично. Метов, конечно, помогает в этой ситуации. Все-таки.
Так, кажется, всеми справились. Так, сохранимся, конечно же. Все, пошли вперед. Поможем, дошли до нашей грузовика. А вот грузовик, отлично. Куда ж ты попёрся? Ты нас, в общем, не остановишь перед нашей целью. Ну все. И вы, и ваши ребята молодцы, молодцы! В общем-то все, увидимся в следующей миссии. Всем до скорой встречи и всем пока.